Всем привет! С вами снова Дарика. Сегодня я покажу вам, как приготовить кабачки, фаршированные куриным фаршем. Для этого нам понадобятся кабачки. Я уже их почистила и порезала вот такими вот дольками, примерно 5 сантиметров. Куриный фарш, лук, помидоры, сыр, перец, соль по вкусу. Перечень необходимых продуктов вы можете видеть под видео. Для того, чтобы мы смогли наполнить наш кабачок фаршем, нам необходимо вынуть из него сердцевину, но не полностью, а так, чтобы осталось дно. И получилось что-то вроде стаканчика. Чистим наши кабачки. Сейчас нам нужно их посолить и положить на противень, смазанный маслом. Время забудем про кабачки и займемся приготовлением фарша. Для него нам понадобится очень мелко порезать лук и добавить перец и соль. Добавили лук, перец, чеснок и перемешиваем. Фарш готов. Сейчас мы нафаршируем наши кабачки и поставим в духовку на 20 минут. После этого мы добавим помидоры и сыр. При температуре 200 градусов мы натрем сыр и порежем помидоры. После того, как кабачки у нас постояли в духовке 20 минут, они уже немножко подрумянились. Сейчас мы будем накрывать их помидорами и сверху посыпем сыр. Теперь эту красоту мы ставим в духовку на 30 минут. Ну вот, наши кабачки готовы. Можно их вынимать. Какую вкусноту мы сегодня будем есть, готовьте и пробуйте вы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до свидания!